понедельник в Кокшетау был зарегистрирован 5-й случай COVID-19. Мужчина 1951 года рождения помещен в областную многопрофильную больницу. Уже во вторник в областном центре 4 подтвержденных случая. У мужчин 1965, 1980 и 1991 годов рождения, а также у 50-летней женщины. Специалистами санитарной службы проводится эпидемиологическое расследование по выявлению близких и потенциальных контактов. Как вы сами знаете, на сегодняшний день ситуация, ну, как показывает практика, как мы видим в Инстаграме, да, население уже расслабилось, проходят массовые мероприятия. На сегодняшний день в городе Кокшетау зарегистрировано 9 случаев коронавирусной инфекции. Все данные лица госпитализированы. Санитарно-эпидемиологической службой проводятся все противоэпидемические мероприятия, определяются контакты близкие и потенциальные. Запланировано проведение заключительной дезинфекции. К слову, на сегодня под наблюдением находится 26 человек, из них 18 на домашнем карантине, трое госпитализированы. В областном центре действуют 3 лаборатории, определяющие наличие COVID-19. Национальный центр экспертизы, клиника бактериологическая лаборатория при Акмолинском областном противотуберкулезном диспансере и ПЦР-лаборатория. Специалисты призывают строго соблюдать карантинные ограничения. Сания Кубжасарова, Павел Соловьев, Джахангир Мукамбетов, Кокши Ахпарат.